Ну, наверное, любовь к музыке – это гармония. Любовь к своему делу и к своим ученикам. Это способность кому-то посвящать то, что ты делаешь. Когда мы преподносим свой музыкальный материал так, чтобы зритель стал более счастлив. Любовь – это, скорее всего, уметь дарить. Вот это, наверное, самое главное. А музыка – это, наверное, самое важное ее естество – это чтобы она игралась для кого-то. Поэтому вот музыка и любовь может быть где-то синонимы. Ну, я думаю, что для меня любовь – это музыка как раз и есть. И играя на любом инструменте, я как раз какой-то любовью в себе и в мире соединяюсь, точно. Вот когда я играю, точно, или слушаю музыку, я точно знаю, что Бог есть, и он как это все придумал. Наверное, это пропускание через себя эту музыку с наполненным чувством любви. Может быть, лучшее, что есть в человеке, когда он выплескивает это и выражает свои эмоции, чувства музыкой. Любовь к музыке? Наверное, вот что-то нечто вот подобное. Любовь к музыке – это когда все участники коллектива действуют гармонично и звучат очень слаженно. Это жить ей. Это играть с настоящим пристрастием. Должна быть какая-то страсть в игре.